Анатолий Ефремович. Я это запомню. У вас ко мне все? Да. Спасибо, расписывайтесь. Вам что-нибудь еще? Да. Что? Нет, нет вопросов. Нет, да? Вы свободны. Здравствуйте. Ой, вот она. Мне хотелось с вами поговорить. Я на вредной работе. Да, я это заметила. Вы все про всех знаете. Такая профессия. Угу. Что вы знаете о Новосельцеве? Недотепа. Холостяк с двумя детьми. Тихий, мягкий, безобидный человек. Слова грубого не скажет. Спасибо. Хотите еще ком-нибудь собрать сведения? Да нет, собственно, как сказать... Расписывайтесь. Ну, словом... Надо идти. Идите к себе. У меня действительно масса садил. Я и прибыл. Да, я помню. Обождите. Меня зовут Юрий Григорьевич. Да, пожалуйста, Юрий Григорьевич. Разрешите вам вручить сувенир из Швейцарии. Ой. Вот в этой ручке 8 цветов. Она весьма удобна для резолюции. Черный цвет отказать, красный в бухгалтерию оплатить, зеленый цвет надежды, синий товарищ такому-то рассмотреть. Так, прекрасно. У Маши Селезневой прибавление смеси. С вас 50 копеек, распишитесь, пожалуйста. Какая прелесть. Как хорошо, когда человек так реагирует. Пожалуйста. Спасибо, оперативно. Фирма. Ой, возьмите сдачу. Нет, нет, на Машу Селезневу мне ничего не жаль. Алло, Люся, это я. Слушай, у меня тут лампочка погасла. Встать на табуретку? Ты смотри, ну надо. Что выключать? Нет, я здесь один. Ну, я тут с мусорным ведром в автомате. Алло, Люся, ты слушаешь? Вот, вот, точно так. Ой, подожди, я на стол сяду, у меня тапочки промок. Здравствуйте. Можно я конфету съем? А две? А три? Нет, она не замуж. Я сейчас кофе пью. Как ты думаешь, что мне делать? Я просто хотел закрыть его в другую сторону. Ну, как же ты? Ой, подожди, я плохо слышу, кто-то в дверь стучит. Что, подавиться? А что у нас на ужин? Это я не тебе, это соседи снизу пришли. Ну, задумай быстрее, здесь холодно и очередь стоит. Быстрее идти к другим соседям? Это в пижаме же неудобно. Слушай, я пошел мусор выносить, и дверь захлопнулась. Слушай, Люся, здесь такой шум, я тебе потом позвоню.